Вой сирены возвещает начало трагических дней блокады Ленинграда. С этого начинается и поэтическая постановка, подготовленная Натальей Ганжиновой, художественным руководителем Волосовского дома культуры. На сцене показана жизнь детей блокадного города. Используя стихи и различные художественные приемы, автор постановки пытается передать страх, боль и надежду своих героев. Спектакль делится на две части – блокада и мирная жизнь после нее. Из-за кулис звучит радостная весть – город свободен. И на сцене появляются творческие коллективы, которые демонстрируют зрителям свои танцевальные и вокальные номера. Тем, кого уже нет, и тем, кто остался жив вот в этих кошмарных днях блокады, было очень сложно выжить, когда не было хлеба, было холодно, не было света, голодно было. И люди думали о том, чтобы победить и выжить, выйти достойно из этой ситуации, и они выжили. И вот тем людям, которые остались сегодня жить, нашему нынешнему поколению и нашему будущему поколению, посвящены эти мероприятия. Всех пришедших напоили горячим чаем с пирожками. В этот день работники Дома культуры организовали работу бесплатного буфета.